Здравствуйте, дорогие товарищи. Играем в GTFO. Уровень R3A2. Пойдем ползать в туман. Готовы? Уровень R2D2. Ну, 2D. Да, всем привет. Да, с нами товарищ Хикс. И 2D. Дауда и... и второй. Шевелись, нам надо скорее запустить генераторы, тогда будет легче дышать. Окей. Адские десантники, хеллдайверы. Хеллмайнеры, но не Диплод Галактик. Ты заслужил свой плащ во имя демократии. Что-то вначале Господи, было... О. Что за пулемет? А обивка-то неплохая в сидушках. Где-то... Слушай, я вот думаю, если они летели так глубоко вниз сейчас, да, на этой херне, это ж какая там штанга сверху должна быть над поверхностью? Даже если она раскладывающаяся, там, я не знаю. Все равно, мам, не горюй. Ага, бур такой. Сейчас. Ну. Предлагаю по старой тактике. Что значит? Зонница... Ага, я примерно понял, где. Ну, примерно там же. Всё, может, сагрим? Пускай идут на турельку. Да. Ой, осторожно. Ну как мало патронов на ручной пулемет. Все что ли? Поднимать на турель. Еще больше интересно. Вроде было больше. Не было. Было больше, но с другой стороны. А он еще стоит. А? Че? Слон. Стоит слон. Сейчас спустимся. И запинаем ее. Давай Ой, ой, там двое, там двое их. Ой. Я понял. Хрена у меня турель шмаляет. Еще и в потолок куда-то. Угу. Ой, ой, на себе. На 24% мне просто. Вот, конечно, молодец. Ну все, супер, замечательно. Даже ящик нашел. Так. Даже два. Палочку взял. Урифил. Рифилка, да. О, ящичек. Так.
открылась. Перепилку тебе отдал. Медпак. Спасибо. Еще ящичек. Палочки. Я пока не пользовался, поэтому... Мне пока некуда вязать. О, тут стоит. Это я. Положался. Ай. Я так уверенно забежал. Да, я потом что-то вспомнил, что здесь тоже в прошлый раз. Как будто не услышали. Как мы тут... Как-то очень туговато со слухом у всех. Кто не слышит, то не слышит. Так, я нашел батарейку, пойду отнесу. Давай. Еще палки, бросалки. Так, и вот еще ресурс бок. Бокс. Вода вот здесь вот. А куда я собрался нести? Мы же еще не дошли до этой части. Так нормально, до двери-то все равно надо донести. Включить генератор этот злободневный. Так. У тебя, кстати, сколько здоровья? 76. 6. Это я что-то поиздержался. Я себя подлечу. Надеюсь, ты не против. Я категорически не согласен. Не смейте. Это общее имущество. И не важно, что вы его нашли. Да, вещь казенная, да? Надо же было логи почитать на этом самом. А я пропустил. Там обычно наверху была какая-то хрень. О, нет никого. Забавно. Он там только вдалеке. Внизу. Угу. Да. Окей, ты за ней, да? И фонарик мощный. Ловили тебя. Не-не-не, все нормально. We got sleepers. Make a sound. Так, антибактериальный дезинфекшн пак. Жаль, что их скидывать просто нельзя, знаешь, в определенном месте. Угу. Факт. Пистол.
Он дернулся, вроде ничего не было. Ну да, и темноте помотали, все. Ну ладно. И моя забота. Ну что там у нас? Как в прошлый раз? Да, тут еще, правда, ящичек. Сейчас пойду схожу посмотрю. Или ты там сходи посмотри. Я тут с компьютером балуюсь. А, понял, я тогда побежал. 127 было. 126 было первое, да? Да. О, амму пак. Один съем, у меня кончились патроны. Так, первым... Так, а у тебя... 173. У тебя... 33%. Ага, что я хотел узнать тогда? А, локс. Локс. Вот агентство. Ну, ничего интересного. У нас такое 7 26, точнее. У тебя как по патронам? 59-33. Тебе есть. Надо или пока оставить? Я думаю, что надо раздавать сразу, чтобы потом не париться с этим. Сейчас, блин. Так, я на себе использовал. Значит, 77-65. А, у тебя надо. Есть. Что, тогда я тоже тебе еще возьму себе одну. Давай я на тебя использую. Всё. А я использовал, у меня еще одна была. Все, нормально. Да, ладушки. Чё? А, Дауду еще надо. А, установить. Это кто, премьер-министр Польши, Дуда? Ага. Ну что, мы готовы? Труду и оборону. Угу. Ешки. Подходим. Искал, то мы еще призвали. Там они с другой стороны тоже будут. Это... А их там два. Два скаута было, или... Или это была эта баба ракетная. Наверное, это ракетная баба была. С другой стороны идут, не идут, не понял. А вон кто-то идет, да. Да, можно переставить. Да, кстати, да. Да. Эй. Он уже одну идет. Застрял. Все. Мне кажется, что все. Мне кажется, что тоже. Мина. Я по правой стороне пошел.
Я пока с палками хожу, но только надо запомнить, что в начале есть эта мина. Снимаю замки. Тогда с тобой. Тут Витька. Далее. Вижу, его же так звали. Вижу, да. Виталик Рефил пак. и маленькая. А их тут двое. У нас с тобой Быстро. абсолютно зеркальная ситуация. Да, у меня тут маленький и Виталика. Он стоит такой. Может, забьем лопатами? Кто сагрился? И сзади. Я не понял, каким образом сагрился. Вот. NPC или кто там. Он же совсем далеко стоял. Ну ладно, вроде нормально. Никто больше не агрится. Хорошо. Так, у меня рефилка. Значит, я одну применяю точно себе. Сентриган, тебе тоже надо. У меня мопак. Yeah. У тебя 56-32, нехорошо. Да мне пока нормально еще. Нет, давай я на тебя воспользуюсь. Это вот. Спасибо. Стоит одна, одиноко. Уже вижу троих. Мы прямо там, особенно ты, с нуля-то. Они уже все загрелись, поэтому. Компьютер нашел. О, аму пак. Четырех зарядный. Где ты раньше был? Значит, предметы переставили, да? Ну. Что у нас? Сел. Надо тебе дать. Пак. Наверное, всем надо по одному дать. 120 считаешь, правильно? Так, еще поддал. Люди тоже надо дать. И наставлю. Зонеев. А где-то совсем рядом сзади. Могу еще раз пингануть. А там, по-моему, только один будет все равно, какая разница. Он прям вот здесь, за стенкой. Странно даже, почему в зоне F. Зона E. Ну, вон там где-то я открыл, там есть. А, я понял. Ну да, все. Понятно, где. Вот слева за дверью прям.
Эти тоже нервничают. Как эти дикари с палками. У-у-у, пошли, забиваем всех. Там сверху еще один сидит. Я сижу, нет. Нет? Обычно тут сюда сидел. Подожди, а батарейка? Батарейка же здесь должна быть. Вот она. А вот она, да, все. Пойдем. Нехер там дальше делать, мне кажется. Все равно все одно и то же. Если что будет мало, посмотрим и... Да. Если что, один нам опак еще в запасе в любом случае. И найдем, где и что. Правда? Угу. Давай, железный болван. Где-то я уже не помню. Правильно идем, да? На эту дверь. Так. Ой, у нас тут еще два ящика. Нашел что-то интересное. Восплавитель и рефилка. Рефилку я одну скушаю. Так, ты где? Да, здесь я. Я возьму аммопак, просто рефилку тогда бот заберет, наверное. Нет, давай я тебе рефилку отнесу, я не хочу отдавать ему аммопак. Так, не трогай. Не твой аммопак. Вот так твой турель, да, теперь зарядить? Оп, вот так. Так, пойду за аммопаком сгоняй назад. Так, ну чё, как будешь готов, я открываю. Сразу же вали оттуда. Все, открываю? Да, давай, давай. Да, вполне. Вот пойду, вот таймас. О, аммопак. Дезинфекция. Точно, 128 был этот самый минус. Э,
Это я не умею. Тебе явно сюда. Да. Где-то там сверху. Там волосы. Волосатая головка, да? Ну. Ой-ой-ой, осторожно. Арен. Дара, мудак, уходи отсюда. Да зайди ты сюда, придурочный. Так, с какой стороны? С какой стороны? Да, вон, стой. Понятно. Да, о, морфака. Что это за индийский специалист? Лучше бы этот компьютер мой. Обычно в той стороне всегда было. Они же в тех же местах всегда лежат, да, я так понял. Да. Можно идти сюда. Чтобы мапу открывало. 127, по-моему, да. Опыт. Ну да, там же. Зона L. Так. Эй, осторожно. Жирная деталька. Дискотека. Это глухие. Если я кому-то заруинил, сорян, не со зла. Так, это вот сюда нам получается. Дефак есть. Кто-то у нас... О, иди сюда, Хикс. Она странно умерла. Хикс, Хикс, вернись. На него фонарь подсветил. Ладно, ему уже не важно. То есть, ты где? Здесь. Нет. По идее, она должна быть где-то здесь. Зона L. Так, рефилка. У меня турель дробовик. Совсем ей худо. Перезаряжаться. Так, а у тебя я, наверное, еще одну туда применю себе. Перевели. У нас поровну. Угу. Так, хилса у тебя все нормально. О, три танкиста вижу. Батарейку слева.
Давай, идем Четверо, направо. их тут четверо. Чуть больше оказалось. Да ладно, нормально. Надо играть меньше ферментит. Может, не захочется так много бахать. Ты наверху глянь, что там. А там просто подъем. Тут друзья. Пойдем наверх. Или ты спускаешься? Ну тут ящик, я сейчас это самое быстро тут разберусь с парнями. Все. Юзай ботов тогда. Теперь ящик гляну. А я понес тогда этот брат. Пенная граната. Не знаю. Да особо не пригодится, наверное. Да, нет, бери что-то. Если что, какая альтернатива? Все чаще палочки. Да, бери гранату, вот это лучше. Мне кажется. Вот я тоже на мину включился. А, это я попал уже в эту, в новую зону. Я понял. Я сейчас там, куда дальше, по сути, за аккумулятором идти надо. Нет, ты не попал. Тут зона с другой стороны. Нет, вот я сейчас могу здесь вниз спуститься и... Вот этот спуск, который тогда, помнишь, такой незаметный был. А, нет. У нас другая зона для этого есть. Тебе кажется? Она в какую? В М? Не, ну ты, конечно, посмотри, но по-моему, ты ошибаешься. Тут в каждую сторону по двери и в каждой двери по аккумулятору. Да давай возвращайся. Я тут тебя уже заждался. Мне нужна помощь. Икс. Икс. Всё. Так, вам, вы там дверь открывать собираетесь, да? Да я еще ничего. Я расставил, конечно, эти турельки. Странно, а зачем же мы тогда в прошлый раз здесь спускались вниз? Идем в другом месте, месте, что ли, батарейка? Ah!
Сюда. Ставишь турели, открываешь дверь. Ну да, давай тогда так. Все, мы готовы? Готовы, да? Да. Начали. Да, она испарилась. Упала. Все? Когда? Там кто-то Дуду был. там. Признается, что он давал. Упал. Да. Что он там делал? Вроде никого не должно быть. Здесь справа, помню, были. Так, здесь вот это взрывающееся дерьмо, да? Отравляющее жизнь. Нервничает. Ты еще? Блин, кто стрелял? Мина. О. И тут у нас. Очки. Зона Джей. Ну как Джокер. Ну, Джей, это получается наверх. А, не Джост. Не понял. Не Джост, а Джокер. Джост Рекон? Ага. Такое. А это обратка. Нет, вот тут есть эти. Дерганная дубенца. А тут вот были толстые. Вроде бы бошку вмазал.
но все равно выжил. Они любят так нехорошо поступать. Угу. Вот в этой игре такой вот неточный урон, так. Но он сильно подбешивает. А что-то пошли? У меня есть два мупак, поэтому... Хилса. Ой, хилса тебе нужна, Хикс. Ты да, где-то... можно было бы. Хикс, давай. А все, спасибо. 60. Давай еще одну. У меня тут... Че по патронам? 77, 33. Да, что-то как-то беспокойно. Дезинфекция нахер нужна. Он прям закидали. Так, ну какая зона нужна, не помнишь? Джей. А, так, Джей, точно. У нас F. Там вижу одного. Один. Нервничает. Впереди один сидит на картах, один стоит. А, это у тебя вообще другое. Я понял. Я пошел. Последний. Блин, куда ты убежал от собака? Витан. Пусть аж. Пусть ай. Ай. I don't know. Один большой там стоит точно. О, это место любимое. А тут два. О, можно попробую залезть? Хочешь? Так, не надо рисковать. Не хочу. Я застряла, да? Два здоровых справа и ракетные, по-моему, там выглядит обычные. Так, здоровяков может и не трогать, нахер они сдались. А я вот нашел батарейку. Ну и все, тогда и пойдем. Ну и на нехер. Закрываем аптечка. 80. Надо Дуду подлечить. Пускай спят. Дуда. Благословляю. Ты стоишь. Он сидит. Чем вы там занимаетесь? Хватит козни строить. Тебя что ли подлечить? Подойдешь? Не сложно, я просто, а то он меня сейчас заберет мой амбупак. Оп, все. Спасибо. 77, да. Буду, проходи. Don't shit it, but we got a few.
Ой, нам не сюда. Ой, нет, нам не сюда. Да, мы немножко в другую сторону побежали. Закрывай двери и уходим. Так, направо и сюда. Направо и за мной. Я тебе хуйню сказал, честно говоря. В другую сторону надо На было бы, да? вот сюда, да, нам надо. Нам сюда надо. Угу. Понял? А Так это... получается вот сюда. Или мы тут прошли? Мы, кстати, тут прошли, да. Прямо. Здесь турель стоит чья-то, да? Так это дудовская, как там на ку? Ку команда. Ройст. Подними. Ну чё? Так, еще не вставил, подожди, не вставляй, знаешь, что надо сделать? А, значит, лучше по патронам. У тебя вроде как есть, у этого есть. У меня два просто амопака. Я тогда, наверное, один что ли применю. Тебе один. У тебя есть амопаки? Ага, У два. тебя... Да, я Дуди, наверное, отдам. Да? Давай, Дуда. Все. Что там дал, да, вижу. Бишопу отдам. Одну на себя. Где этот бишоп? Вот он. Да ёкарно, хватит бегать. Так. Ну что, вставляем? И сваливаем. Побежали. А нам в круг надо будет вставать где-то сейчас еще. А, точно, да. Точно, ты прав, говоришь. Здесь вот. Мы оттуда побежали. Возвращаемся. Да, я там упал. Побежали. Побежали. У меня пульс 166. Бывает. 177. Т4. 178. 186 пульс. Бишоп, мудак, иди сюда. Турель поставил? Да. Нифига не вижу, но очень интересно.
Тупанули просто в прошлый раз в конце. Да. Ну чё, замечательно. Что там состояние? Общее состояние нормальное, среднее, нестабильное, психическое. Реакция НРВ. Слышишь? Она ещё там работает. Типа мы не диспавнились. Окей. Реакция нервной системы высокая. Это как считается, кстати, хотели? Мне просто интересно то, что у меня пульс был 188. Это где-нибудь написано? Ну, может быть, это как раз таки психическое состояние там. Стабильное. Или НРВ. Да. Вот это высокое, вот как раз таки может быть. Ладушки. Ну что? Да. Спасибо, дорогие товарищи, что смотрели. Лайки, подписки, шары, если понравилось. Вам приятно, нам полезно. Обязательно заходите к Хиксу. У него тоже прекрасные трансляции, в том числе и на ВК Плей. И ко мне заходите в описание, потому что там есть ссылки на Discord сервер кооператив дружбы, на котором мы сейчас играли. И на Homewood Russian Fleet, на котором мы тоже иногда играем. И прочие соцсети. Вот. А на этом все. Спасибо и увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Икс. Да, всем пока-пока. Спасибо. Пока-пока.